Красим передний бампер новый от Мерседеса. Пришел такой уже загрунтованный. Я его замыл. И все, сейчас обезжириваем и будем красить. Сейчас маленько постоит так вот мокрый. Обезжириватель испарится. И еще на раз обезжирим уже с тряпочкой. Вот постоял минут 5, наверное. Все испарилось. И заново. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали! Так, краску брали на подборе. Взяли вот столько, тут грамм 250, наверное, 300. Брали уже краску и растворитель отдельно, уже все размешали. И теперь надо проверить по вискозиметру как. Они сказали, должно быть 15-17 секунд. Сейчас возьмем вискозиметр, затыкаем отверстие и наливаем вот по эту каемочку. Приготовили секундомер. И вместе с секундомером отпускаем. Итого у нас 14.58. Ну, может, там я неровно отпустил. 15 секунд есть. А, 4.87. Так, налили в плоскопульт через воронку. Факел у нас на всю настройки. Подача краски закрутили до конца и открутили 2,5 оборота. Ну и давление 2 очка выставляем здесь. Так, с чего Так, выждали 10 минут, и теперь надо пройти липкой тряпочкой, потому что это пластик, он прицепляется к себе, притягивается все подряд.
И покрываем вторым слоем. Так, ну вот прошлось 10 минут. Опять проходим липкой тряпкой. И третьим слоем проходим так напылом просто. Как расстояние подальше и побыстрее водить. Все это делается для того, чтобы выровнять цвет, чтобы не было пятен. Так, теперь подготавливаем лак. Лак у нас разводится 2:1 с утвердителем. Ставим тару на весы. Вешать будем на весах, потому что сказали, надо вешать в граммах, а не в миллилитрах. Всего наливаем 200 грамм. Ну, 202 получилось. Все, значит, надо 101 грамм отвердителя налить. Ну, 102 грамма получилось. Так, ну краскопультом я этим же пользуюсь. Настройки все те же самые остаются. Факел на всю, 2,5 и давление 2.
Так, ну вот выждали 10 минут и покрываем вторым слоем. Ну вот так вот получилось, все ништяк. И вот только здесь вот капельку обнаружил. Не видать, а видать. Вот она. Где она? Вот она. А так везде получилось все ровненько. Все хорошо, короче. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся. Все.